Канаде в настоящее время достаточно много моделей и разновидностей грузовых автомобилей спортивных с разными двигателями, с разными типами подвески, трансмиссии, и команда уже по мере необходимости, особенностей соревнований, трассы уже принимает решение, на каких типах автомобилях участвовать. Вот в настоящее время на Дакар выехали все 4 одинаковые машины. Это было необходимо под новый регламент Дакара. А что касается компонентов, комплектующих, которые вы сказали, ну, задача автопроизводителя ведь создать ту машину, которая будет конкурентна на рынке, это касается серийной продукции, но и конкурентна на гоночной трассе. Лучшие компоненты со всего мира, со всей планеты, которые есть. Не буду скрывать, я это неоднократно говорил, вы знаете, мы в первую очередь смотрим, какие компоненты лучшие существуют у российских автопроизводителей. Подходим к этому исходя из патриотических чувств. Если уже видим, что нет ничего такого, что у нас бы устроило по своим параметрам, уже ищем среди зарубежных поставщиков. Но, повторюсь, мы искренне будем рады всегда ставить на свою машину компоненты нашего отечественного производства. И здорово, что с каждым годом их все больше и больше появляется. Ну, к сожалению, сложные в нашей стране 90-е производство промышленности автомобильной сильно подкосили, но последние годы возрождение происходит активными темпами. И вы можете посмотреть, пообщаться с нашими пилотами, механиками, инженерами, увидеть и с радостью услышать то, что российских компонентов в машине больше и больше становится каждый год. Да и варяг за рулем не